В задаче у нас есть какая-то исходная строка, и есть другие строки, для которых нам нужно определить, подходят ли они для ответа или нет. Суть заключается в том, то, что если мы из строки, которая у нас спрашивается, можем составить какой-нибудь перестановкой букв, даже не всех букв, а просто какого-то подмножества этих букв, исходную строку, то мы эту строку выводим. То есть из строки BenTem мы можем составить строку Batman, и так, ну, из строки какой-то дичи мы можем составить снова Batman. Хорошо. Как можно решать эту задачу? Давайте заметим то, что по условию у нас есть ограничение на буквы, то, что это только строчные латинские буквы, строчные буквы латинского алфавита. Поэтому можно предпросчитывать такую вещь, как количество букв А, количество букв Б и так далее, количество букв Z для каждой строк. И если у нас выполняется такое условие, что количество в запрашиваемой строке для каждой буквы больше либо равно, чем количество в исходной, то запрашиваемую букву мы выводим. Это довольно логично и очевидно, потому что если у нас достаточно букв А, то мы можем расставить все буквы А так, чтобы у нас получилось маска, и состоящая из букв А исходного слова, и аналогично для всех остальных букв. Эта реализацию можно привести следующую. То есть мы сначала предпросчитываем такой массив для строки А исходной, а потом мы предпросчитываем такой же массив для строки, которая запрашивается строки S. Если у нас одного символа не хватает, то мы говорим то, что false в итоге, и выводим если no. Если yes, то выводим строку. Вот. Хорошо.